Всем привет, ребят, с вами интернет-ресурс Мегаобзор.ком. Сегодня с вами протестируем портативную акустическую систему с VNPS 465, оснащенную встроенным плеером, Bluetooth-модулем и FM-тюнером. Она уже стала доступна в российских магазинах, ее более подробные характеристики и цены представлены в нашем каталоге, ссылка в описании к этому видео. В комплекте покупатель получает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Свен 465, как и все модели этой серии, отличается массивными габаритами. Здесь компактность пожертвована в пользу установки динамиков большей мощности и увеличения времени автономной работы. Визуально колонка скорее напоминает полноценный бумбокс, чем классическую портативную колонку. В этом определенно есть свой шарм и плюс. С фронтальной стороны выведены два динамика, защищенные металлической сеткой, распределенные по краям. Это 2.0 система 95-мм динамики, выдающие общую мощность 18 Вт, то есть по 9 Вт каждый. Такими акустическими характеристиками могут похвастаться только единичные портативные системы. По центру фронтальной стороны расположился LED-дисплей, на который выводится техническая информация по воспроизведению треков и активному режиму работы. На верхней грани у Svan 465 сосредоточена группа из 8 механических кнопок с нанесенной маркировкой. С помощью них осуществляется полноценное управление системой. Часть действий колонка дублирует звуковыми уведомлениями, как пример успешной синхронизации со смартфоном. Предусмотрели полноценную ручку для удобной переноски ее с места на место. Весит она около 2 кг. Вполне можно брать с собой на прогулку с друзьями или на природу, организовав выездную вечеринку. Внешние поверхности у нее не марки. Накопившееся загрязнение можно будет легко удалить влажной тряпочкой. С обратной стороны скрывается слот для карты памяти, microUSB, AUX-ход и полноразмерный USB. Зарядка колонки проводится распространенным microUSB кабелем. Снизу присутствует пара ножек с резиновыми накладками. Svan 465 умеет подключаться по Bluetooth к смартфону. Процесс подключения не отличается от привычного для этих систем. Дальность стабильного подключения в пределах 80 метров. Переключать треки можно прямо с панели управления колонки. Помимо этого, работать она умеет и без смартфона, воспроизводя треки с карты памяти, флеш-накопителя или FM-диапазона. Распознаются накопители объем до 32 ГБ. Распределенные по разным папкам аудиофайлы будут считываться общим потоком. Звуковую сцену нельзя назвать идеальной, но с учетом ее стоимости это вполне ожидаемо. Основные огрехи касаются низких и средних частот, они смазаны. Но в целом колонка вполне позволяет наслаждаться композициями различных жанров. Ее отличительной чертой стал высокий запас громкости без артефактов и шумов при воспроизведении. Предлагаю оценить ее звучание. Автономную работу тут обеспечит батарейка с емкостью 1800 мАч. С учетом габаритов, внутри могут поместиться и аккумулятор большей емкости. При максимальной нагрузке разрядка системы проходит через 4,5-5 часов. Восстановить заряд можно будет как зарядника для смартфона, так и с любого свободного USB. Как итог, Svan 465 можно в первую очередь рекомендовать для тех, кто ставит приоритетом прослушивание музыки в домашних условиях. Мощные динамики с высоким запасом громкости, информативный дисплей, встроенный FM-тюнер, слот для карты памяти, полноразмерный USB, но и любители прослушивания музыки на улице тоже не останутся разочарованными. Для удобства транспортировки предусмотрена ручка на верхней грани. С удовольствием обсудим с вами Svan 465 в комментариях. Всем хорошей недели и пока-пока.